Так, всем добрый вечер. Запишу короткое видео, комментарий на один отзыв, оставленный под видео. Он оставлен в положительном ключе, но просто я хочу ответить. Там написано в таком контексте, что вы очень веселые на видео, вы очень положительные, кажется, что у вас жизнь кипит ключом, что у вас нет никаких проблем, вы такие позитивные, трали-вали, и, соответственно, деньги никто вам скидывать не будет. Ну, во-первых, мы YouTube ведем не для того, чтобы нам кто-то скидывал денежку. То есть мы пытаемся с помощью YouTube заработать. Чем больше вы смотрите, соответственно, тем больше мы зарабатываем. Вот и все. Если кто хочет, да, он помогает. Кто не хочет, тот не помогает. Но плакать специально на камеру мы точно не будем. Люди, которые в такой ситуации побывали или сейчас есть, они понимают, в чем сложность этой ситуации, да? Кто не понимает, кто не прожил, кто не был в таких обстоятельствах, хоть буду я плакать, хоть не буду плакать, все равно никто не поймет. Соответственно, ну а что нам тогда, не радоваться жизни? Да, мы выехали с Харькова на недельку. Да, там тихо-тихо, там хорошо, там офигенно тихо, там классная природа, там тишина. Приехали мы в Харьков, боимся мы в Харькове, но вот целый день тихо, отлично, да, наступает ночь, соответственно, ближе к вечеру Харьков превращается в какой-то психозный город, где все люди боятся. Кто хочет, тот и так помогает, спасибо. Есть люди, которые помогают, есть те, которые присылают там малышке подарочки какие-то, кто целенаправленно дает деньги именно на это. Но как бы у меня не стоит цель снимать видео с заплаканным лицом и говорить о том, что у меня все хреново. Да, у меня все не замечательно, но мы живем. Вот вышли гулять с собакой. Он гуляет, мой любимый лабрадор. А вообще, кто меня знает, я когда-то, ну, я всем говорила, что я буду считать, что у меня жизнь удалась, если я буду работать преподавателем, и на фотографии у меня будет фотография, на которой я гуляю с коляской, и у меня лабрадор. То есть мечта 10-летней давности о собаке-лабрадоре и о прогулке с коляской, став мамочкой, это такие мечты, посылаемые в космос каждый Новый год, каждый день. Мы надеемся, что это сбудется и все будет хорошо. Поэтому, дорогие зрители, если вы смотрите и вам не нравится, что мы веселые, что мы жизнерадостные, ну извините, пытаемся жить, как живем. Если кто-то хочет увидеть заплаканные лица, ну, в каких-то видео, может, вы такие увидите. Вообще, я не склонна показывать вот эти негативные эмоции на людях. Все, в принципе, кто меня знают, знают, что я такая достаточно скрытная в этом плане. Как бы мне хреново не было, на людях я буду улыбаться, а дома плакать в подушку. Поэтому, думаю, люди так прекрасно понимают, в какой ситуации мы, наша семья и вообще все харьковчане. Так что хорошего всем вечера. Да, а мы продолжаем с Кнопулькой радоваться жизни.